завалив снегом центральные области Европейской России. Активный южный циклон двинулся на северо-восток и атаковал Поволжье. В Татарстане на смену 30-градусным морозам пришли сильные снегопады и метели. В Казани, начавшись утром 14 января 2021 года, снег продолжается до сих пор. Снегопады и метели ухудшают видимость до 500 метров и менее, а ветер в порывах уже достигает 12-17 метров в секунду. По данным, на 18 часов в Казани уже выпало 12 миллиметров осадков, а на территории республики до 19 миллиметров. Это увеличит высоту снежного покрова на 10-20 сантиметров, а снег продолжается. Из-за плохой погоды на дорогах Татарстана ввели ограничения на проезд грузовиков и междугородних автобусов. Сложные метеоусловия стали причиной множества ДТП. Прекращение снегопадов в Казани ожидается в утренние часы пятницы, а в субботу в регион вновь придет сильный снег. Все собрали.